Надеюсь, ты его наточил. Не отставайте. Конечно. Тихо. Не зевать. Красавица моя. Вот хорошо. Ha!
Ну давай. Ну и где они? Пал сегодня. Видимо, взяли приглашение с собой. Ты случайно не видела тут недавно две кареты? Видела, сэр. В одном мужчина, в другой женщина. Куда мужчина? Ясно. Кто тут хорошая девочка? Ты. Пошла. Ну давай. Я на верном пути. Кто тут хорошая девочка? Ты. Да тут частный прием. Любопытно. Пожалуй, можно было сделать все поизящнее. Но все же... Молодец. Шевелись. Тихо! Миссис Гладстон охраняет.
Осторожно, Джейкоб. Дождусь, когда будет одна. Шанс. На королевский бал нужно прибыть в особой манере. Это мой шанс. Теперь приглашение. Что это? Оружие сложить у входа, приказ королевы. Фредди разберется.
Ого, вот это карета. Где ты ее раздобыл, позволь спросить? Спрашивай, что хочешь, Фредди, но ответа не жди. Вот же черт. Что, все мои брови? Да. А еще лицо, голос и все прочее. Слушай, у меня приглашение на королевский бал. Где же ты его взял? Фредди, готовят переворот. Мне нужно пронести туда оружие. Допустим, я тебе верю. Оно может быть лишь у дворцовой стражи. Итак... Это просто. Ради бога, Фредди. Ладно. Мне потребуется мундир стражника. Идет. Я в тебя верил. Только пообещай, что вернешь карету мистера Гладстона. Конечно. От меня не уйдешь! Нужно сохранить мундир в целости. Отлично. Теперь спрячем тело.
Фредди, я иду. Вперед, проучим его. Держи его. Лови. Один мундир, как ты и просил. Он еще теплый. Мой подарок. Встретимся с вами на крыше Букингемского дворца. Да ты романтик.
шкафу. Рад новой встрече, мисс Фрай. Ваше высочество, планы реставрации Букингемского дворца пропали. Тогда придется обойтись копиями. У вас есть копии? Где? Не так быстро. У меня есть одно весьма срочное дело. Для того, чтобы справиться с ним, понадобится ваша скорость и скрытность. Времени мало, Махараджа. Тогда не медлите. К самым влиятельным членам парламента доступа у меня нет. Однако они заказали кареты для сегодняшнего бала. Раздобудьте такую карету, и будем развозить на ней политиков. По пути я пообщаюсь с ними. А после этого я расскажу вам, где планы. Вы умеете убедить. Все от того, что меня часто недооценивают. Не позволяй чувствам подвергать миссию риску. Какая ошибка. Потом все убирать. Я с тобой лично разберусь. Куда она идет? О,
нет! Сюда нельзя! Ну, давай. Молодец. Стой! Начнем нашу кампанию, мисс Фрай. Прошу, Махараджа. Куда едем? Белгрейв-сквер.
очень быстро. Меня там уже давно ожидает сын. Здравствуйте. Махараджа? Какой сюрприз. Да, наша жизнь полна неожиданностей. Вы не уделите мне пару минут? Я хотел бы обсудить крайне важный вопрос. Когда Содружество захватило мой родной Панджаб... Это был не захват, а законная сделка. Мне пообещали защиту. Лишив меня родного королевства, парламент нарушил ранее заключенный с моей семьей договор. Вот, прочтите. Я даже не знаю. Прочтите, о большем я не прошу. Вы один из немногих, кто может помочь. Надеюсь, вам с сыном понравится на балу. Он только что вернулся из Дели. Мы с ним все как раз обсудим. Вы меня огорошили. Это было весьма полезно. Куда теперь? Парк Сент-Джеймс. Смотрю, вы сегодня без мистера Грина. У него есть другие дела. А, как жаль. Вы с ним отлично ладите. В этом как раз и проблема. Не позволяй чувствам подвергать миссию риску. Звучит как цитата. Да, слова отца. Итан Фрай. Вы его знали? Нет, к сожалению. Мистер Грин рассказывал о нем. Похоже, он был выдающимся человеком. Вы не ошиблись? Как и ваша мать, Сесили Фрай. Они с Итаном были идеальным тандемом. Только им удалось противостоять старику. И такая любовь. Ну, то есть мне так рассказали. Сесили, встретиться бы с ней. По словам мистера Грина, вы с ней очень похожи. Такой же цепкий ум. Отец всегда молчал о ней. Да и что знает мистер Грин? Когда отец его обучал, он был ребенком. От детей ничего не скрыть, мисс Фрай. Тише. Здание парламента быстрее. Да, сэр. Добрый день. О, Махараджа, откуда вы тут? Знаю, в последнее время у вас масса дел, но я не отниму больше пары минут. Это так необычно, но продолжайте. Британия забрала мои земли, несмотря на договор о защите нашей семьи. Но теперь я слышал, она укрепляет связи с Индией. Может, пора вернуть Панджаб народу этой страны? Королева столько времени платит вам содержание, и вот она ваша благодарность. Речь здесь идет не один год. Я больше не могу смотреть, как моя родина страдает под иноземным гнетом. Мой народ попал в раб. Добрый день. Храни вас Бог. Последнее место. Резиденция Гладстона. Тоскуете? Я помню, что мама всегда пахла корицей. Она качала меня, а я вел себя так тихо, что она засыпала. Когда Панджаб забрали, было больно. Но... когда забрали мать, в следующий раз мы увиделись за 2 года до ее смерти. Чиновский клуб, поживее. Добрый день, мистер Гладстон. Мистер Синг. С вами не просто пообщаться. Так, мне все понятно. Ваши фокусы всем надоели. Королева устала от вас, и вы начали побиваться. Жестокие слова, сэр. Мой народ угнетает. Я здесь только ради них. Как вы потеряли Панджаб? Отвечу вам, Махараджа. Вы проиграли по всем статьям. Люди, оружие, тактика. Да, сикхам нужна свобода. Надеюсь, благодаря нам они ее получат. Тогда почему они просят вернуть короля? Долг Анги — нести мир другим странам. Это огромная ответственность. Я ценю ваши помощи, советы, так же, как и помощь парламента. Но время правления Индии лежит на нас. И его не доверят забытому лидеру. Удачной встречи, Махараджа. Надеюсь, я помог вам советом. Больше, чем помогли политикой. Но я верю, вы добьетесь успеха. Мой народ рассчитывает на вас.
Мисс Фрай, благодарю за содействие. О, к вашим услугам. Дай бог, все получится, вопреки ожиданиям Гладстона. Чем больше сердце, тем легче его ранить. К примеру, ваш отец. Как я понимаю, он был сломлен, практически уничтожен после кончины вашей матери. Такая боль может ослепить и заставить нас говорить странные вещи для защиты своих близких. Вам пора вернуть карету и забрать чертежи. Они находятся в Букингемском дворце. Королева хранит их вместе с другими бумагами в белой гостиной. Хорошего вечера, мисс Иви Фрай. И вам, ваше высочество. How you doing, Evie? Бобби глазам не поверил. Молодец. Ну, конечно, как иначе. Мисс Фрай? Отдай оружие, а то не пропустят. Надеюсь.
здесь, Уильям? Сэр, мадам, ваши билеты. Кажется, я потерял его. Простите, но без билета нельзя. Проходите, сэр, мадам. Я вот-вот стану премьер-министром. Как и все мы сим. Что, черт возьми, тут делает наша карета? Ты тоже это слышишь? Нет, у тебя голоса в голове. Их слушать приятнее, чем тебя. Как мило. Я такой. Я поищу частицу Эдема. Бога ради. А я к Фредди. Чертежи находятся в белой гостиной, которая верно заперта. Ключ у капитана стражи. Сопроводите меня. Если будете молчать, все закончится очень скоро. Вы кто? Рука! Мне больно. Это леди со мной. Благодарю. Мадам? Тише. Мне больно. Тише. Рука. Мне больно. Тише. 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 Чертежи где-то здесь. В хранилище.
патруле! Джейкоб, наверное, еще одну карету успел угнать. Или королеву случайно с лестницы столкнул. А вот и вы. Я просто обязана вас кое с кем познакомить. Тихо. Пойдем. Ваше Величество, позвольте представить мисс Иви Фрай. Я так понимаю, что это из-за вас, мистер Гладстон, не преуспел. Ваше Величество, мне очень жаль. А торт необыкновенно хорош. Развлекайтесь. Ну что же, мне пора. Мисс Фрай, позвольте вас пригласить. Мистер Старик... Достаточно. Эта игра окончена. Ну же. Давайте. Раз, два, три. Раз, два, три. Время — волшебная вещь, мисс Фрай. Оно излечивает все раны. Можно оступиться во время танца. Но мазурка кончится, и мы вновь начнем. Проблема в том, что люди все забывают и совершают те же ошибки снова и снова. Но люди учатся. Разве? Посмотрите по сторонам. Разве движения не повторяются? Но если кто-нибудь выучит танец, подгадает время, он сможет все изменить к лучшему. С меня довольно. Танец почти окончен. Скоро человечество забудет всех тех, кто на этой террасе. И хаос, вызванный вами. Музыка стихнет, мисс Фрай. Ваше время закончится, а мое начнется. Mm-hmm.
Фредди. Вместо стражников люди Старика. Нескольких взяли в заложники. Ваше оружие там. Ясно. Я убью самозванцев и спасу пленных. Как? Их не отличишь друг от друга. Верь в меня. Гоните его! Надо найти настоящих стражников. Я вас вытащу. Спасибо. Спасибо. Погодите-ка. Благодарю. Спасибо. What's going on? Уходи и не порти себе день. Невероятно!
Это все. Тот, кто ведет, начинает с правой ноги. Вот в чем секрет. Боже! Все в порядке, дорогая? Вам чем-нибудь помочь? Не люблю танцы. Вот, хранилище здесь. Иди. Так вот просто? А план? Нет времени. Я избавлюсь от этой дьявольской штуковины и догоню. Что ты делаешь? Ты мой раб. Я же предупредил тебя. Но ты меня не слушал. Покойся с миром. В Лондоне не осталось.
ученица не твоя! Приходь! Мистер Старик, вы забыли меня проводить? Позвольте, я искуплю свою вину. Гибнет без меня. Ты себе льстишь, старик. Я бы создал здесь рай на земле. Город принадлежит народу, а вы одиноки. Я глава ордена, не забывайте. Был им, старик. Был. Жаль, что больше не поработаем вместе. И это к лучшему. Будешь править Лондоном в плащанице?
Она не только дает, но и отбирает. Ты состаришься без меня. Станешь как отец. Это хуже смерти. Наденешь сам? Но это же ты все сделала. Я лишь сеял хаос. Я тебе не ровня. Джейкоб Фрай отступил. Тебя шантажируют, Джордж? У него кишка тонка. Я скучал. Я тоже. Может быть, нам просто продолжить? Буду очень рад. Мне начинает казаться, что отец был не таким уж и всеведущим. Генри! Вокруг огромный мир. А Лондон в самом центре. Не то чтобы в самом центре. Я пришел, как только смог. Не волнуйтесь, я вернусь обратно. Я не сорвал задание. Вы нас спасли. Лучше тебе остаться здесь, со мной. Экипаж! Недурно, Фредди. Мистер Эберлайн? Ваше Величество. Мисс Фрай? Вы с ней знакомы? Я не говорила. Мистер Эберлайн сообщил, что именно вы трое спасли мне жизнь. Это так? Да. Ваше Величество. Иви Фрай, подойдите. А вы... Мой брат, мэм. Джейкоб Фрай. А это мистер Генри Грин. Мистер Фрай. Мистер Грин. Прошу. Я принимаю вас всех в благороднейший орден подвязки. Большое вам спасибо. Если вы так способны, как говорит сержант Эберлайн, я обращусь к вам. Сержанту Эберлайну свойственно преувеличивать, знаете ли. Мы еще встретимся. Мисс Фрай? Мэм. Если хотите, я припасла вам торт. Отец гордился бы. Дама Иви Фрай. Сэр Джейкоб Фрай. Кто быстрее до поезда? Давай. Вот же, под дворцом. Пора идти. Нужно отдать плащаницу доктору Грамматика. Сигма нас обошла. Мы опоздали. Что нам делать? Убийство.
наименее эффективный способ достичь нашей цели. Убьем их. В бой! Прикройте! Этот тощий хмырь пытался убить меня. Пусть сдохнет! Them that told us lies of their bravery, them that preached of progress and put us in the poorhouse, them done the horrid murder on bloody stages, them that loudly crowed their humility, lords and dummy that sung in the chapels on a Sunday. All quiet now, their mouths are stopped up. Стой, твою мать! Самое главное — наша миссия! Поняла! Those who by how they live, loved ones taken long before this world. Галина, надо уходить! Хранилищу! Оружие к бою! Уходим! Живо! Как скажешь! Плащаница. Забудь про плащаницу. Только не умирай, Бэкс. Прошу. Идем. Просто отлично. Потом мы вернем плащаницу. И да. Мы успели получить данные с компьютера Изабель, прежде чем нас отключили. Сейчас посмотрим. Извини за шум. Как плащаница поможет создать нового клона? Никак. Когда плащаница на ком-то... Она диагностирует тело и восстанавливает его на клеточном уровне. Дело не в клонах. Вы хотите воссоздать предтечу с нуля. Ну да. В проекте «Феникс» случился небывалый прорыв. Мне нужно сообщить об этом Алану Рикину. Просто праздник! Эй, это я. Плащаница у меня, но мне страшно. Не бойся меня. Ты справилась? Я боюсь не тебя, а за тебя. Если хоть кто-нибудь узнает... Ты сыграла свою роль, мое орудие. Я спасу тебя. Я спасу всех вас.